Итак, ребят, давно не созванивались. В принципе, что я хотел обсудить? Ну, во-первых, давайте посмотрим. Так, надо включить демонстрацию экрана. Посмотрим текущий курс. Итак, ребят, давно не созванивались. В принципе, что я хотел обсудить? Ну, во-первых, давайте посмотрим. Так, надо включить демонстрацию экрана. Посмотрим текущий курс. Так, транслировать экран. Так, итак, курс у нас на сегодня 9 центов. Оборот 50 тысяч долларов за последние сутки. И я выкладывал сегодня, там мне присылали скриншот из кабинета UTL. Вроде как минимальная сумма для продажи 0.22 сейчас. Поправьте, если там что-то поменялось. Сколько, ребят, напишите или скажите. 0.22. Угу, спасибо. И вот смотрите, то есть насчет такой идеи с арбитражем. То есть некоторые утверждают, что работает такая схема. А, да, ребят, у кого стоят заявки на именно на новом сайте UTL, как долго они висят в обработке, то есть сколько уже ждете. Ну, в идеале, конечно, пишите, по какой цене ставили ордер и сколько уже ждете обработки. Вот Наталья написала, с 4 июня 0.19, то есть это почти месяц получается завтра, да, уже будет 0.19. Есть у кого-то сделки, которые вот в последние дни срабатывали, потому что кто-то, по-моему, писал, что там 2 недели ждал, сработало, 3 недели ждал. Может быть, не лично у вас, может быть, у кого-то, ну, кто-то из знакомых срабатывали заявки. Просто один из участников писал на тему схемы арбитража, когда, например, можно... ну, по его словам, купить, например, на панкейке по текущей цене, как мы видим сейчас цена, ну, чуть меньше 10 центов, да, 0.97. И потом эти же BVSD перепродать на сайте UTL, но тут возникает вопрос именно как долго это все происходит. То есть, какой скоростью обрабатываются заявки. То есть, можете сказать ваши мысли на этот счет. Реальная такая схема или это надо месяц-полтора ждать? Что думаете? Здравствуйте. Здравствуйте. В группу такое сообщение поступило, что еще неделю будет продажа в клубе BVSD, и все, и потом мы переходим уже на биржу. Это вот новый сайт биржи, который, да? Да, на новый сайт биржи, там все будет операции. Типа, держать будете, пожалуйста, в клубе BSD, если вы решите покупать или продавать уже на бирже, на новой. Угу. Но, смотрите, возникает тогда вопрос, так, а на этой бирже уже кто-то зарегистрировался? Или пока она еще вот только заявлена, что она будет, но пока еще торговли не идет? Как там? Она есть, но ее еще улучшают. А, дорабатывают ее, да? На нашей линии происходит такое. В общем, зарегистрировались, первая линия, почему-то получилось так, что адрес, там же под кого-то подписывается, правильно? Вот адрес вот этого вышестоящего, почему-то оказалось, что это чужой адрес. Получается, удалили все, и теперь заново перерегистрируется. Первая ветка зарегистрировалась, сейчас вот я буду регистрироваться, вторая ветка. Еще не приступала, некогда. Хорошо, а что говорят по поводу вот торговли на бирже PancakeSwap, вот этот курс, который мы здесь видим, это остается? Вот эта новая биржа, она как бы будет в дополнение к PancakeSwap, или она заменит ее? Ой, там получается, надо будет мне потом скрин скину я, там получается в этой бирже будет, ой, как там вторая называется биржа? Не PancakeSwap, а еще? Да, ну, там вот еще на 6 других биржах. Там, короче, 2 биржи объединенные. PancakeSwap
и забыла. Ну вот там. Здесь Nomi Swap еще вот здесь фигурирует. Не, поищу, я сейчас вам скину в чат, посмотрите. Да. Ну, так, то есть, еще раз, ребят, новая биржа, она добавится вот сюда в список, получается. То есть, торговля будет, ну, просто на большем количестве бирж идти? Да, именно так. Так, хорошо. И на новой бирже курс, я так понимаю, он будет, опять же, рыночным, формироваться за счет спроса-предложения или как? Или... Получается так. Вроде там курс 0.12, если не ошибаюсь. Хотя, может, уже 0.9, как на PancakeSwap. Ясно. Потому что на вопрос, ну, вот то, что я спросил, рабочая ли эта схема насчет арбитража, вот Наталья написала, что не сработает теперь. Ну, опять-таки, это зависит от того, насколько будет отличаться курс от на разных биржах. То есть, если он там значительно будет отличаться, то, в принципе, может и сработать. Я скинула фотографию. Там не панкейк. Там Binance Chain, по-моему, и еще сейчас. Так, Binance Smart Chain и Minter. Вот. Binance Smart Chain и Minter Network. Но Binance Smart Chain это именно это не сама биржа, это получается блокчейн Binance Smart Chain и Minter Network. Все операции будут через Minter там идти. Угу. Понятно. Ну, хорошо, пока третью линию никого не приглашать, пока регистрируется первая, вторая ветка. Больше, говорит, пока никому не рассылают приглашение, поэтому, чтобы не паниковали люди, пока так. Ждем команду. Возникает вопрос, а как объясняют, то есть вот эта новая биржа, она создана тем же коллективом программистов, который создал клуб UTL, или это какой-то сторонний сервис? Вроде как они же. Одни говорят одно, другое другое. Одни говорят, что это та же команда, другие говорят, что наняли дополнительное отдел. В общем, неполадок. В общем, она создана и создана. В общем, говорят, что будут улучшения. Покажет время, давайте. Так, это будет биржа централизованная, децентрализованная? Децентрализованная. Конечно, децентрализованная. Централизованную биржу они не создадут. У них ни ресурсов нету, ни возможностей. Просто децентрализованная будет. Вот и все. Централизованная. Это надо кучу лицензий иметь, давать взятки кому надо. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Так что централизованную биржу создать очень сложно. Окей, тогда возникает следующий вопрос. Смотрите, есть уже возможность прямо сейчас менять монеты на бирже PancakeSwap. PancakeSwap, напомните, он на токене Binance Smart Chain работает на блокчейне? Или какая у него система? Сеть Binance Smart Chain, да, VER20. Ага. Вот, то есть смотрите, получается уже сейчас есть децентрализованные биржи, на которые можно как раз токены менять. А получается новая биржа, ее отличие, то есть она будет децентрализованная, ее отличие только в том, что она будет сделана на блокчейне Minter. Вот, собственно, и все. То есть я так понял, там преимущество только в том, что там дешевые комиссии. Нет, я с вами полностью не согласен. Преимущество только в стейкинге BVSD. То есть там можно как в банке положить под n-ный процент, пока непонятно какой. А так в основном преимущества тут нет. Тут наоборот, по факту комиссии даже больше, чем на PancakeSwap. В общем, такое чувство, что будто играют на безграмотности людей, которые не отличают комиссии толком. Но считать они просто не могут. Вот, а так выгоднее продавать, конечно, на PancakeSwap. Нет, я говорю слово преимущество не в том смысле, что я знаю, какие преимущества, они же как-то аргументируют, зачем нужна еще одна дополнительная биржа. Нет, никто не комментирует, просто ставит перед фактом то, что, ребят, вот будет новая биржа, на синем кабинете мы со следующей недели торговать не будем. Хотите продать, переводите их на децентрализованные биржи, какие хотите. Вы поставлены перед фактом, вот и все. Ну, понятно. Но, с другой стороны, опять-таки, когда есть выбор, это всегда неплохо, когда есть конкуренция. То есть у человека есть выбор, хочешь на PancakeSwap продавай,
хочешь на новой бирже, тут уж кому как нравится. Денис, ориентировочно новой бирже когда должна стартовать? Пока сроки не говорят. Сказали, что команда работает, команда улучшает, что синий кабинет, что биржу, но точных сроков не говорят. Сказали, только будут работать, улучшать ее, и все. Хотя, конечно, улучшить ее надо, потому что, ну, честно, оставляет желать лучшего. Даже PancakeSwap намного лучше, чем это, мягко говоря. Ну, я, если я правильно понял, то есть кто-то уже зарегистрировался на новой бирже, да? Да, да, регистрировались, особенно директора, они же ее тестировали, они обязаны были зарегистрироваться. Кто-то там реферальные свои ссылки скидывал своим клиентам, кто-то регистрировался, а кто-то нет, решили подождать, в общем. Судя по твоим словам, то есть ты ее видел изнутри, уже зарегистрирован, да? Нет, я не зарегистрирован, я не вижу смысла переходить на эту биржу, потому что, ну, во-первых, я не хочу подписываться под своего руководителя, под его реферальную ссылку нынешнего, я, наверное, буду через другого человека это раз. Во-вторых, не вижу смысла торопиться, потому что курсы так низкие, а на новой бирже там даже больше комиссий, чем на PancakeSwap. Если что, я на PancakeSwap зарегистрируюсь, и все, мне не интересен стейкинг BVSD. Ну, посмотрим, как обстоятельства поменяются. А поясни, пожалуйста, как, то есть, ну, как возможно на одной бирже есть стейкинг BVSD, а на другой бирже нет стейкинга? Ну, как, это как раз биржа клуба. Это же они будут решать, кому накидать, а кому нет. Плюс еще мотивация продвигать собственную биржу. Потому что у клуба есть своя биржа. Почему бы ее не продвигать таким продуктом, как стейкинг собственной валюты, на которую будут создавать спрос в виде газа, в виде комиссии, и за счет этого она будет поднимать свою цену, как BNB. Планируют так. Это и будет отличием от других бирж. Они озвучивали, какую доходность примерно на новой бирже BVSD будет давать? Нет. Нет? Сказали, только стейкинг будет, это все, а проценты... Я думаю, смысл говорить, все равно, мне кажется, поменяют. Сначала 1% зафиксируют, потом, может, через месяц, через два другой. Я не вижу смысла как-то, ну, интересоваться этим, потому что все равно же поменяют. Ну, понятно, да. Поживем, увидим, да, на месте. Да, поживем, увидим. Global Star Club. Возможности безграничны.